Всем здравствуйте. В общем, у нас есть вот такая порода дискусов Golden или же Красный Marlboro. В общем, надеюсь, что кто-нибудь поможет определить их пол, чтобы можно было их нормально садить на нерест. Значит, первый, кого я хочу показать, это вот этот. Сейчас я попробую его развернуть, если получится. Так, ладно. А, вот. Вот. Крупным планом нам кажется, что это самец. Вот у него особенность две чирки на плавнике. Он такой здоровый. В общем, кажется, что это самец. Так, следующий дискус у нас. Так, вот этот. Ну-ка, давайте-ка развернитесь. Ну. О, развернулись. Отлично. Так. Вот это самец, нам кажется. Вот этот здоровый, сплошной, желтый. Кажется, что это тоже самец, потому что он очень агрессивный и всех гоняет. Вот этот, исходя из маленького размера и лба, думаем, что это самка. Давайте. Да блин, я не буду вас гладить, отстаньте от меня. Так. И вот такой еще есть, тоже Golden, с одной полоской сверху. Не знаем, кто это. Наверное, тоже самка. В общем, вот этот, думаем, самец с двумя полосками, так как он такой здоровый. Маленькая вот эта самая, это самка. Сплошной желтый такой самец. Вот самец. И где-то тут еще был. Вот это, наверное, тоже самка. Вот такая вот. Еще просто, когда определяем, допустим, пол рыбы, у самок у них плавники упираются в хвост. А у самцов они как бы сходятся на кончике хвоста. И у самцов, когда они молодые, у них такое есть что-то наподобие маленькой косички, когда начинает появляться. И таким образом можно определить пол рыбы. Допустим, у нас вот это вот, наверное, предположительно самка, пиджин. Этот пиджин самец. У нас молодой, у него даже сверху косички нету. А линкер это самец, потому что он, во-первых, на листовике самка сидел, во-вторых, у него вот начинает верхний плавник уже заостряться потихоньку. Это самец стопроцентный. Далее чекерборд. Стопроцентный самец сидел в нерестовике с самкой, с одной трясся. Очень большой такой, лобастый. И у него сверху косичка уже вырастает. Это самка. Бирюзовый королевский турки 100%. Сидела она в нерестовике с голубым алмазом. Ну, голубой алмаз, она, когда он молодой, она его гоняла и вообще забивала этого здорового чекербона. Но я думаю, надо их отдельно отсадить, наверное, и самца, наверное, или самку может заградить, огородить клеткой. Вот, самка. Вот такая у нас, 15-16 сантиметров длиной. Так, и вот голубой алмаз у нас вот такой вот молодой самец, красноглазый. И у него сверху такая вон косичка. В общем, красавчик. Вот его бы с туркисихой бы скрестить, было бы вообще замечательно. Вот такое вот видео.